Афины высылают двух российских дипломатов и запрещают въезд еще двум. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, сказав, что правительство страны не потерпит неуважения к международному праву и греческому государству. МИД России уже заявил, что Москва даст зеркальный ответ на высылку своих дипломатов. В ведомстве подчеркнули, что подобная реакция на такие действия – сложившаяся практика. Ранее финская газета «Катамерине» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что принятые меры – это ответ на вмешательство во внутренние дела Греции. Среди обвинений, которые выдвигают Афины дипломатам, фигурируют попытки собирать и распространять информацию, а также совершать подкуп государственных чиновников. Собеседники издания отметили, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России.